Всем большой привет! Перед вами мои эквестрисы-путешественники. Вот те самые, которые я заказывала у поставщика, но он не предоставляет к нам. А Светочка со своего орхидейного канала, любительница дендробиумов, его встречала эту посылку, передерживала у себя, передавала своему орхо-другу Диме. Дима посылал в Украину, потом, в общем, они доехали ко мне. Такой был у них долгий путь. И волнительно мне было очень, и вот теперь они развиваются, все классно, мы на них как раз посмотрим. У всех классно растут корни, это хорошо видно. Очень много новых корешочков, этих корешочков очень много в горшках. Я посадку Светы не меняла, пока они растут так, им все нравится, я их не трогаю, чтобы они лишний раз не стрессовали. И вот такая уже огромная детище с вот такими корнищами выросла. Очень она мне нравится. Такая классная. Обалдеть. Так. Остальные пока на цветоносые дети и детей не расщедрились. Но расщедрились, конечно, знатно на корни, потому что вот тут вот даже уже прилип. Сросся с биркой, такие корнища очень приятные растут. И есть вот такая малышка, классная. И она решила зацвести. Автофокус, ты сегодня будешь? Нет, автофокуса сегодня не будет. Так. Вот так. Вот такая красотища. Белая на листьях, это потому, что я опрыскиваю по листве. У меня весь полив идет из распрыскивателя по листве. Поэтому, да, остаются такие белые разводы. И также же обрабатываю от всякого разного ненужного тоже по листе. И вот, собственно, чаще всего именно от этого остаются такие разводы. Ой, рада, рада, и на самом деле классная динамика, и зря боялась. В общем, все отлично, все активно растут. И я думаю, что, я надеюсь, что они еще поднаберутся сил, запустили уже много корешочков, вырастили новые листочки, кстати, вот. Какая гордость, смотрите, какое огромное листище. Да, хотя вот эти такие маленькие, это такой замечательный. И вот здесь тоже хороший результат, большой лист вырастает. Так что, может быть, уж все-таки в следующем году они меня порадуют. Знаете, у всех всегда надежда на весну. О, весной они меня порадуют. Но на самом деле моим фаленопсисам все равно, весна, не весна. Это они чувствуют только, в принципе, как перепады температуры в квартире, но растут под абсолютно искусственным освещением, солнышко они не видят никогда. Поэтому для меня вот именно в плане фаленопсисов надежды на весну особо нет, у меня там круглый год. А условия одинаковые, с небольшими перепадами, которые им нужны. И поддерживаемой влажностью, и светом, и длительностью света. То есть это все регулирую я. И хоть весна круглый год для них может быть. Ну, надеюсь, да, надеюсь на цветение. Может зимой, может весной, может летом. Но уже не страшно, уже очень хочется увидеть. Уже вот я вижу, что да, все супер, все адаптировались. И корешища есть такие толстенные, ух. Ну, прям действительно очень классно. И, конечно же, хочется поснимать, показать. Это будет для меня очень-очень волнительно, потому что... И вообще, почему у меня столько шума вокруг этих эквестрисов, и я так переживаю. Они достаточно редкие, и это мои хотелки, которым очень-очень много лет. И когда-то очень-очень давно, в общем, я их увидела в заказе, и когда я пришла в нем поучаствовать, и все, он больше не набирался, и уже больше никогда не набирался. И к нам его не возит никто, и, в общем, да, пришлось брать дело в свои руки, и не без помощи добрых, хороших людей. Ну что ж,
наверное, буду заканчивать, потому что это уже просто вот переходит в такие поля-ля и рассуждения все вокруг да около, да все о том же. Динамику вы видите, все очень круто, очень классно. А кто забыл, давайте напомню, что вот это вот Phalaenopsis equestris strubnius, вот это вот Equestris aquinii struber. Извините, если он там страбер, струб, струбе. Читаю, как буквы написаны. Так, Phalaenopsis Sophie Roessler aquis Sophie. Phalaenopsis equestris просто струб. И где твоя бирочка, милый ты мой? И это Phalaenopsis equestris aquinii струб. Вот такие товарищи. И на этом теперь уж точно заканчиваю. Всем большое спасибо за просмотр. Всем большое спасибо, кто досматривает видео до конца. В конце вас будут ждать подсказочки и ссылки на плейлисты, подобные видео или рекомендованные мною видео. А также в конце огромнейшее спасибо всем, кто меня поверил. И отдельное спасибо Леночке, которая сейчас поддерживает меня на Patreon. Я очень, ну, честно, я так рада. Это тяжело передать, когда вот кто-то не семья, не друзья, а вот кто-то извне твоего круга вот так вот в тебя поверил, готов тебя поддержать. Это супер, большое-большое спасибо. И да, я готовлю для своих патреончиков отдельные подарочки, сделанные лично мной. Поэтому, кстати, вот в описании внизу будет ссылочка на Patreon. Кто хочет, тоже может меня поддержать. И всем еще миллионный раз спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, делитесь этим видео. Не стесняйтесь писать комментарии, не стесняйтесь задавать вопросы. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.